креста, из алтаря в храм, знамя над собой, изнесение силы Божией в народ, в нашу жизнь конкретную, что тогда, когда мы унываем, когда нам тяжело, когда нам совершенно кажется бессмысленным жить на этой земле, тогда выходит к нам Господь и простирает нам с креста свои божественные руки, возвещая нам радость своего воскресения и призывая нас в небесное вечное царство, чтобы мы жили по его заповеди и чтобы мы стремились к тому, от кого мы постоянно пытаемся уйти в этой жизни, к нашему Господу, к нашему Отцу, к нашему Творцу, к тому, от кого все в этой жизни зависит. Будем молиться о том, чтобы Господь оградил нас как в этой жизни, так и в будущей от всякого зла, чтобы дал нам силы и мудрость переносить лукавство этого мира, и чтобы дал нам возможность как в этой жизни славить Его, так и в жизни будущей быть наследниками Его небесного Царства.